Уже свыше 22 миллионов леев потратили на избирательную кампанию формирование, участвующие в выборах. На первом месте по расходам с большим отрывом находится избирательный блок Рената Усатый. Он отчитался Центральной избирательной комиссии, что за 5 недель с 21 мая по 25 июня потратил почти 9 миллионов леев. Партия действия «Солидарность» 3 миллиона 600 тысяч, а блок коммунистов и социалистов 2 миллиона 800 тысяч. Следующая в списке партия «Шор», отчитавшаяся о расходах в почти 1 900 тысяч леев. Платформа «Достоинство и правда» и «Демократическая партия» потратили чуть больше миллиона леев каждая. Другие 11 участников выборов израсходовали от 800 до 5 тысяч. А еще 6 сообщили Центризбиркому, что им кампания до сих пор не стоила ни лея, потому что у них нет избирательных фондов.